当外国小姨第一次吃火锅。Hello， горячий。大家好，今天对日娜阿姨品尝我最爱吃的火锅。Поехали！ Тогда мы возьмем другое, согреемся, да? Да, раз с этой кастрюли нельзя, мы с этой, да, будем пробовать. Конечно. Пойдемте, там на стойке можно соус самим налить. По своему вкусу намешать. Нашли. Разных приправ, специй. Тарелочки. Тут арахисовый соус. Обычно он идет как основа, а потом уже к нему можно брать вот это вот зелень, это кинза. Тут столько всяких приправ. Названия всех есть. Не запомню, сколько, например, вот эти вот приправы, как называются? О, чеснок, я знаю. Я люблю чеснок. А остальное, перец, вот я вижу, перец красный. А, да, перец, да. А вот это орех, что ли? Арахис. Арахис, да. Да. Это, наверное, кунжут. Кунжут, да. А это зеленый с чем? Чеснок, такой зеленый чеснок. Зеленый чеснок. Называется чу-цэ-хуа. Чу-цэ-хуа. Да. Ну это я знаю, перец. Ла-чо. Ла-чо. Да. С грибами. Да. Давай. Главное, чтобы он не острый был. Острый? Не острый, да. Ала, 它все сырое или уже готовое к потреблению? Ингредиенты для супа. Берите то, что вам нравится, что вам интересно, и бросайте себе в кастрюлю. Это мясо, да? Да, это мясо, да. У них тут принято начинать с мяса, тогда бульон будет наваристее. Потом уже можно переходить там к другим овощам, тофу, грибам, вермишель. Интересно, сидишь тут, а у тебя тут суп кипит. Никуда бегать не надо, да? Но когда зима кушать, это очень хорошо. Согреться, да. Мы сегодня замерзли там пока. Ну, тут мясо уже закипело. И вы кусочек сразу макаете сюда в свой соус. Соус хорошенько перемешайте, чтобы все ингредиенты. Ну, наверное, уже готово, да? Потому что я чувствую запах. Ко мне уже идет. Ко мне идет. Давай сейчас попробуем. Так, сюда. Зина только что попробовала один вид соуса арахисовый, а сейчас дадим ей попробовать другой соус. Да. Дегустацию и расскажите, какой соус вам больше нравится, первый или второй? Ну что, какой тебе соус больше нравится, этот или этот? Ты уже поняла меня? Я попробовала и этот, и этот. Да, вкусно у тебя? Оба, да? Да, очень вкусный. Такой и такой. Ну тогда ешь, и этот ешь. А тебе какой нравится, мама? Ну я тут не пробовала.
Да? Да. Если вы маете унин в Чонгу, хай мэй чи чэ чон ля. Вы как хэй чи гэ тан но. Ра та я чан я чан. Мама, ты тоже попробуй. Так неудобно получилось, ты уже столько лет в Китае. Еще не пробовала такой соус. Этот соус мой самый любимый, я его больше люблю, чем арахис. А, понятно. Ну, сейчас попробую. Да, ты тоже попробуй и сравни, какой тебе еще, больше. Еще третий вид есть, кунжутное масло. Только кунжутное масло, еще с чесноком. Ну, я думаю, это чесноку лео. Да, я Я не знаю. Это желудок. Желудок? Желудок, да. Наверное, невкусно. Вкусно или нет? Ела? Я ела. Нормально. Ну, хочу, конечно. Его варить надо? Да, варить надо. Да? Ага. Давай, пусть пока варится. Чуть-чуть варить и все. Не надо сильно. Да? Сильно варить, потом будет как вообще резинка. А я думал наоборот, надо долго варить. Не надо долго варить. Я перепутала. Ну, можно кушать. Да? Да. Вообще люди 3 секунды. Да, 2-3. Не так уж и страшно, да. Как мне показалось сначала. Закрой глаза и кушать и все. Да. Просто ши, а мы вот тоже мы говорим ши. Ши, ши. Похоже на ши. Глазу и дальше ши, че. Я говорю, что да, да, да. У нас, хочу сказать, наверное, предки когда-то были, дружили. Ага. Потому что слова одинаковые. Например, вот «жи» и вот «иши» их тоже там, да? Одинаковые у нас говорили. Это «шу», да? А мы говорим «шу» тоже, одинаковые слова. Поэтому я понимаю, что это она говорит. Дружбу, да, чтобы всегда была дружба. Вот какой бульон наваристый. Да. Надо попробовать. Горячий. Хочу сказать спасибо большое за вкусный обед. Очень было вкусно. Сестре тоже понравилось, да? Понравилось? 我们吃完了，回家呀，下次视频见，拜拜，拜拜，哦，拜拜了。